Здравствуйте, это Валерий Корнеев и Алекс Лапшин. И очередная часть нашей экспедиции по Японии. Вот мы приехали на станцию Акихабара, а там... Там сплошной Star Rail, все украшено прямо игрой от китайцев неожиданно. Да, да. Куда же без китайских мобильных гач? Конечно. Ну, не только мобильно, они же для всего есть. Они праздновали годовщину Star Rail. Вот видите, One Year написано, да, Star Rail. Вся Акихабара в Star Rail. Прям да, удивительно, да. Идешь так, это все знакомое. А так у нас в этот день было целых два паломничества по анимешным местам, и потом мы еще и в кино сходили. Сейчас будем вам все показывать и рассказывать. Первое место — это был город Тама, куда мы сейчас направимся. Вначале надо еще доехать до Синдзюку было. Вот, дальше. Кстати, станция Итигая. Там рыболовы рыбачат в специально отведенных местах, прямо на речке Канда. Как там это называется? Пруд Садки. Даже рыбалка вся очень серьезно в Японии сделана. Хорошо, что их заснял. Я сколько раз там был, у меня все время или камера не работала, или я забывал, что прям с поезда можно любоваться рыболовами. Да, вот мы доехали до станции Синдзюку, и тут линия Кейо начинается. Ну какой Hello Kitty поезд у них прекрасный. Ну да, санрёвские персонажи. А поехали мы в город Тама, где происходит действие фильма «Шепот сердца» студии Гибли. У нас же паломничество, значит, надо найти места исторические. Так, сейчас он поезд перекрестит. Да, перекрестил поезд. Да. Мы подготовились серьезно, мы наделали скриншотов из фильма и пошли их распечатывать в ближайший комбини, магазинчик. Вот, записали их на карточку. Вот мы добрались до комбини Лоусон, и нам надо распечатать файлы по экспедиции по «Шепоту сердца». Мы находим такой прекрасный аппарат, выбираем язык, здесь есть русский язык, и печать фото или текста. Сейчас обычная бумага, печать с увеличением, принимаю полноцвет, А4, далее... microSD. Карта microSD. Смотрите, он говорит, после того, как потрогаете зону снятия статического напряжения. Потрогали. Вот эта штучка открылась. Вставили карту. Нажимаем далее. И она нам и говорит все изображения. Вот наши прекрасные фоточки. Далее. Количество 250 йен. Пусть будет чек. Способ оплаты только наличные. Не предлагает выбрать другую какую-то карту. И чек нам нужен. По одной. Начать. Окей. Текст. И начинаем. Давайте засовывать монетки в монетоприемник. Йен причем с икратким, хотя должна быть просто И. Посмотрим. Сейчас он перенесет их сюда, в этот ваш... А, говорит, коснитесь этой штуки, чтобы вас не ударило током. Заберите вашу microSD-карточку, нажмите далее. Крышка закрывается. Жик. Да, пусть будет чек. И сейчас вот он за 3 минуты, вот этот аппарат проснется и напечатает нам наши картиночки из «Шепота сердца», чтобы мы могли ходить по городу Тама и сличать пейзажи вокруг с тем, что происходит. Могучий принтер. О, жизнь началась. Отсюда выползут напечатанные материалы, говорит он. Оттуда выползет чек. Вот, пошли наши странички. «Шепот сердца», как он есть, прям цветная печать вполне себе. Так что, если надо напечатать какие-то документы в Японии, в любом комбине, за 50 йен страничка цветная, черно-белая наверняка еще дешевле будет. Первую он медленно печатал, а эти он прям быстро-быстро. Вот, и что, мы ждем чек? Выйти. А, да, выйти. А вот и чек. Все. Сейчас давай несколько минут и «Шепот сердца» с нами. Все ли вы забрали? Возьмите свои вещи, друзья. Чек, сдача отпечатка. Да.
Вот такая красота. Да, самое потрясающее, что это буквально в комбине, где ты покупаешь бутерброды на завтрак и твой вечерний алкоголь какой-то. Причем почти во всех такие, я так понимаю, стоят, по крайней мере, в столичных. Не знаю, как в локальных. 4 семерки номер, красивые вагоны. Бинго. Да. Мы не на розовом, он куда-то в другое место ехал. Мы поехали на обычном поезде. Ну, «Шепот сердца», он же вообще про линию Кею, в том числе. Кею — это железнодорожная фирма. У нее и универмаг там огромный, Кею, в самом городе Тама. То есть часто железнодорожной компании в Японии принадлежит еще инфраструктура вокруг станции. Да, земля, недвижимость, да, да, все такое. Вот поезд, причем такой очень аутентичный, прислали, похожий на те, которые ходили в те годы, когда фильм был. И, а там и у него манга. Была дата выпуска. Да, сейчас так посмотрим. Вот. Вот, кстати, разные поезда разных лет у них там. Вот, вот Сёва 62. 62-й год, Сёва, это 1987. Да, то есть как раз фильм вышел в 95-м, манга вышла в 89-м. Поезд даже раньше на 2 года случился, чем манга. Да, то есть все персонажи могли на нем ездить вполне себе. Да, и это не метро, вот как вы видите, мы выезжаем, это именно электричка обычная. Да, и помчались мы... Как далеко, кстати, там от Токио? Да не очень, они прям за речкой находятся. Ну, в Канагаве, там... да, в другой префектуре. Вот кота не было на поезде, к сожалению. Не было кота, а так все очень похоже. Да. Речка Тама отделяет запад Токио от Канагавы, и как раз вот там, собственно, и река Тама, и город Тама. Вот речка Тама как раз. А станция в городе Тама называется не Тама, а Сэйсэки Сакурагаока. То есть Сакурагаока — это холмы Сакуры, да, а Сэйсэки — это священная святыня. Там, оказывается, император Мэйдзи посещал эти места, поэтому все священное. И там были имперские охотничьи угодья. Святые императора Мэйдзи, короче, люди, которые живут в Таме. Да, и там все было засеяно, засеяно Сакурой. Посажена Сакура была на холмах, поэтому и холмы Сакуры называются Сакурагаока. Приехали как раз в Сакурагаоку. Да, да. Не перестану я радоваться тому, что за машинистом прозрачные стекла в японских поездах. Да, эту традицию они не меняют. Да, это очень приятно. Там, кстати, играет музыка при прибытии, отправлении поезда, и из фильма как раз, из «Шепота сердца», мы чуть попозже там добавим кусочек. Военные вертолеты летают вместо дирижаблей. Сакурагаока, Сэйсэки, священные места. А вот и универмаг Кейо. Только что-то он красный Они был. Они перекрасили вывеску. Вот, и первая достопримечательность сразу на станции находится. Совсем недавно в Москве я рассказывал про фильм «Шепот сердца» Йосифа Умикондо из студии Гибли и о том, что события фильма происходят ровно в тех местах, где они показаны, потому что это реальные места. И вот смотрите, мы доехали до универмага Кею, а если здесь немножечко повернуться, здесь, во-первых, есть карта и тот самый домик, антикварный магазин «Глобус», который служит здесь почтовым ящиком. Вот видите, и если посмотреть, там сидит и барон внутри, кот. И внутри очень плохо видно, но там практически вся комната воссоздана. Можно письмо туда забросить. И есть рядом целая схема, целая карта паломничеств по святым местам города Тама, которые отображены в фильме. И сейчас мы попробуем по ним пройтись. Вот, там действительно обстановка есть в домике, это очень мило. Вечером-то свет там зажигается, там будет лучше видно, но до вечера мы не дотерпели. У нас было много встреч на этот день еще назначено. Милые девушки тоже любуются. Ну, конечно, все же фильм смотрели, все же его знают. Да, место такое знаковое. Самого домика наверху нет, поэтому его поставили тут, собственно. Да, домик есть в парке Гибли зато, воссозданный. Мы там у него ходили. Так что у нас как бы он посещен уже в этот момент. Вот, а вообще Тама — это такой большой проект Тама Нью Таун. Ну, так по-японски называется Нью Таун. 4 города местных они охватывают. Вот речка Агуригава, то есть Большой Каштан. Ну, где-то тут на берегу когда-то рос Большой Каштан, речку так и назвали.
И это такой большой проект 70-х годов, чтобы города начали сильно расти, и их постепенно стали делать застройку качественно, чтобы не диким образом зарастали города домами, а по плану. Ну, это как у нас, вот, плановая застройка. Да-да-да, мне кажется, что в фильме там показано даже более таким развитым районом, чем в реальности это было. Ну, сейчас она как раз, по-моему, догнала то, что было в фильме, да. То, что когда в 95-м году еще не так было все застроено, заселено. Холмы, сейчас. Холмы. Помните, да. Холмы? Мы больше гораздо должны показать в отдельном документальном ролике. Да, вот, собственно, вот это вот разворотное кольцо, где стоял антикварный магазин, по-разному его называют, Вселенная, Земля, Глобус. На самом деле, вместо него находилась чайная. Она сейчас тоже закрыта, там, видимо, после пандемии все не очень с заведениями. Ой, там ультрапатриот жил какой-то. Солнечный круг, наш флаг, Кимигайо, наш гимн, храм Исукуни, сердце страны. Бывают такие. О, а это юдзу, помесь мандарина и лимона. Такой, его не очень едят, он на вкус как грейпфрут, его добавляют во все. Вот эти холмы Тама как раз. Они огромные, они тянутся через 4 города, и их вот постепенно застраивают, в том числе вот в Помпоко был прямо эпизод с их застройкой как раз показан, вот, кадрик оттуда, из Помпоко. То есть Помпоко мы считаем приквелом Шёпота Сердца, в некотором смысле. Ну, они все как бы вдохновлялись этими местами, потому что это огромное было время такой застройки. Вот, суперкап хондовский. Целый сериал про него есть. Классический мотоцикл у нас не очень известный. Мопед. Тут благодарность человеку, который сделал скамейку. Вашу доброту ощущают не только те, кто на ней сидит, но и те, кто на нее смотрит. Приятно, что такая доброта есть в Сакура Гаоке. Дзисан из Ичиномии. 27 апреля 2023 года. Ровно год назад поставили они это. Возвращаемся мы к станции. Не-не-не, мы еще подходим. А Сакура не зацвела. Все еще. Тут должно быть полно сакур, тут холмы сакуры, она не цветет. Вот, японская помесь иностранных агентов Варламова и Венедиктова. Он, наверное, не агент все-таки. Он-то, наверное. Вот, возвращаемся мы на станцию, чтобы послушать мелодию отправления. Country Road, Take Me Home. Да, прям песенка из фильма, ключевая. Поезд немножко другой модели, но тоже фирмы Кейо. Да, они, у них своя марка. Дальше мы покидаем Таму и приезжаем в модную Сима Китадзаву. Ну, модная-то она у всяких контркультурщиков, к счастью. Ну, у японской молодежи очень популярна сейчас. Да, у всяких богатеев она не модная, поэтому, к счастью, этот район пока что не джентрифицировали по самое Пикачу. Там башня НТТ видно из на Синдзюку, мы не очень далеко от Синдзюку находимся. Дело в том, что это место еще не очень распробовали иностранные туристы, поэтому здесь тусят японцы. Да и девелоперы не распробовали. Да, Сима Китадзава — это место, где происходит действие аниме-сериала «Бочи за рок», «Рок Тихоня» или «Одинокий рокер». И вот пошли мы по этим местам и поняли, что нам это все напоминает или какой-то Питер 80-х, Ленинград, или Арбат 90-х. В общем, совершенно такое контркультурное место с музыкальными какими-то репетиционными базами, магазинами. Рок-н-ролльные. Да, с такое. Гитарами. Чего тут только нет. И модные шмотки какие-то, и секонд-хенды с американской одеждой. Да, ну то есть модные не в смысле подиумные шмотки, а именно просто всякие какой-то уличные, какие-то косухи продаются, да. Какие-то совершенно... Вот Виллидж Вангард, замечательный книжная и, ну, медиа-магазин, да. Да. Изначально он книжный, конечно. Да, да. Вот, очень видно, что контркультурное место. И местные, я так понимаю, очень сопротивляются тому, чтобы появлялись какие-то новые большие торговые центры в этой зоне, какие-то дорогие гостиницы, потому что это вот такой аутентичный уголок музыкального рокерского Токио, который пока еще не исчез, не притягивает 100 миллионов туристов.
Да, мы тут гораздо меньше видели иностранных туристов, чем в среднем по Токио. Ну и видно, что такая поганая молодежь обитает на районе. Ну, это зато душа есть прямо у этого места, очень хорошо видно. Абсолютно. И она такая очень локальная. Похоже на лондонский Кэмпден, да, где тоже какие-то лавочки, чуть ли не с самодельной одеждой, какие-то винил продается. Как будто прямо оттуда взято, да. Да. Короче, панк-рок царит в Симакитадзаве. Ну, естественно, там понятно, куда еще поселять Бочи Зе Рок и всех остальных девчонок из группы Жгут, кроме как не сюда. И вот за этим уголком... Как раз можно... Да. Там вот три таблички справа, это как раз предупреждение. Не подходите к фитнес-центру, не спускайтесь для фоток, мы продаем билеты на концерт, а это не место для фотографирования. Да, в аниме этот подземный клуб назывался Стари, а в реальности он, вот видите, называется Шелтер, убежище. А так он один в один, конечно, ничем не отличается ни снаружи, ни внутри. И, видимо, их так достали фанаты сериала, что они прям просят не нарушать покой клуба. Но мы постарались, мы тихонечко. Да, Лапшин туда прохрался на цыпочках. И просунул руку внутрь. Как шпионер буквально. Да, там бронируют. Я вообще хотел бы даже сходить на какой-то концерт в Шелтер, потому что там реально интересные группы. Да, у них в этот день как раз заболел солист группы, и у них не было концерта. Вот там, нутро клубное. Да, 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 так что вот. По-моему, меня не успели заметить, что приятно. Он тут с какими-то айдолами снимали телепередачи. Это японский любимый жанр. Гуляем с айдолами по городу и рассказываем им что-нибудь интересное. Там вообще, по-моему, какое-то объявление было на стене клуба, что не пытайтесь у нас тут найти каких-то невероятно красивых девушек, видимо, как в аниме имелось в виду. Да, 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 у нас нет таких красивых сотрудников. Ага. И в этот момент выходит такая красивая девушка, реально, и закрывает клуб, пишет табличку, потому что отменился концерт, там заболел солист, и мы все. От ее вида так ахнули, от ее красоты, что забыли даже нажать запись на камере. Я просто не успел включить. Да, но поверьте нам, там действительно есть красивые сотрудницы. Должна же быть какая-то легенда у этого места еще одна. В общем, там есть красивые девушки. Вот видите, как книжный магазин. Все на улице стоит, дождь начался, все промокло. Я не знаю, как они. Там пакетиком накрыли сверху. Там книжки такие, все по 100 йен, которые обычно. Но мы тоже какое-то определенное место ведь шли, правильно? Сасанджи. Мы пошли искать место, где девчонки снимали кадр для обложки своего альбома в Бочи Зе Рок. Они же музыканты, они должны иметь крутой кадр. Там же была такая стена, где они подпрыгивают вчетвером. Группа Жгут. Вот другая группа известная. Квест от Расигаку. Да. И вот, вот нашли мы эту подворотню, то есть буквально лазим по каким-то дремучим местам, парковка вообще какая-то, да. Да, и появляется эта самая стена, где уже фанаты Бочи, конечно, попытались нарисовать и Бочи. Надо было прыгнуть на фоне этой стены. Ну, они же там прыгали на время съемок, поэтому максимально стыдные кадры. Да, 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 да. Дважды супер кринжовые прыжки. Там еще маленькая боченка на стене была нарисована. Алекс, кажется, не использовал этот кадр. Мы покажем, еще покажем. Да, там прям все заклеено. Мы тоже поучаствовали. Понятно, что те, кому надо, про это место знают. Ну, его тоже найти надо, оно так нетривиально. Они там же в сериале ходили и искали похожее место, вот и мы тоже. Вообще, тут, конечно, забавно, тут бар Балаклава, бар Пропаганда. Такие названия очень специфические, очень наши какие-то. Жареное мясо, какие-то секонд-хенды, музыкальные какие-то штуки. И все такое довольно ободранное, не очень свежевыкрашенное. Ну, нормальный рокерский район. Такие персонажи офигенные ходят. Бар то ли часы, то ли шасси. Я не знаю. Шасси, как ликер, наверное. Наверное. А пока что мы должны вам рассказать, что у нас есть Бусти. Для тех, кто хочет поддержать нас с русских карт, Patreon, для тех, у кого работают иностранные карты, и ВК-донат, если вы пользуетесь ВКонтакте. Если вам все это нравится, то, что вы видите, вы еще можете присылать нам вот по последнему QR-коду донаты с вопросами для прямых эфиров. У нас каждую неделю прямые эфиры. Exciting Bookstore. А тем временем мы наткнулись на Village Vanguard, огромный-огромный магазин. Потрясающий, читается книжным. С пожелтевшими афишами Бочи.
и каким-то целым отдельным прилавком со всякими тенгами. Ой, я тут книжек накупил, изученных всяким звездам, в том числе Утахи из Wednesday Campanel. Это немножко похоже на то, что вот у нас были магазины Республика, они вроде до сих пор существуют в уменьшенном варианте. Там книги и всякие атрибуты массовой культуры. Но Village Vanguard, он как-то более в сторону массовой культуры клонится. У них вообще 300 магазинов, но книжки у них 30% продаж. Вот. И вот это один из двух флагманских, вот это он, да, как раз. Чима Китазай, мне он очень понравился, я бы там жил. Манга, просто. Мерч. Отзывы пишут сами работники, вот на Навсекаю написали. Фильм охватывает сюжет только до второго тома комикса, даже до половины не добрались. Но иногда и мангаки приходят, а оставляют автографы. Да, вижу книжку стихов по Кике Миядзаковскую. Вот, пожалуйста, Инио Асано, манга Mujin Into the Deep, свежая. Мудзина в глубине. И, да, я так понимаю, вот автограф, да, Асано, мангаки. Да, да, он лично рисовал, потому что магазин-то известный. Угу. И там еще и комментарии есть от продавцов, как обычно. Сейчас же у него выходит... Demon's Destruction? Что, дядя, да, Demon's Destruction уже закончил выходить буквально вчера или позавчера, когда там, несколько дней назад. И вот они как раз в честь этого рекламируют его новую вещь. И уголок Румико, да, Такахаси, тут несносные инопланетяне и другая манга. Там Мазоны Коку вижу. Вот если бы меня спрашивали, чем Village Vanguard отличается от магазинов на Акихабаре, я бы сказал, что он все-таки больше направлен на... Он такой менее причесанный. Он менее причесанный, он направлен на мангу, которая... Вот смотри, там Метакон Перестройка, безумная совершенно манга лежит. Которая, наверное, будет больше интересна японскому читателю все-таки, потому что на Акихабаре они там сильно с оглядкой на туристов делают выкладку. Здесь нет оглядки, здесь все по-японски, никаких комментариев на английском нету, это правда. Тут вообще не рассчитывают на них. Ну и книги, опять же, на японском иностранцев, наверное, не очень интересуют. Видишь, все рецензии тоже на одном языке. От серьезных книжных он, конечно, отличается от той же Цутаи, просто вот этой панковской атмосферы и все какое-то обшарпанное. Такого подвальчика, хотя не целый этаж занимают в доме. Да, да, все такое немножечко хаотичное. Я даже знаю, что я там залип настолько, что меня Валерий ждал еще на входе долго. Я фотографировал постеры Боччи, там зато выцветшие, которые всего год висели, но превратились в грустное подобие самих себя. Там что только нет. Там огромные стены с наклейками, например. Я тут набрал наклеек красивых. Да, мы заклеили весь наш редакционный ноутбук. Что-то даже в подарок набрал из этих наклеечек. Он там манга долго называется. Это Торимон Такеда и другие ее произведения. Такая приключенческая манга. Он там с автографом автора тоже. Да, тут автор, и сами продавцы рисуют иногда самодельные ценники. Да, и комментарии пишут. У них фишка, вот поп называется, вот эта табличка с комментарием от продавца. Он прочитал, и он пишет, что ему понравилось, что не понравилось. Вот так вот. То есть такие микрорецензии желтенькие. Прямо лабиринт. Да, да, да. Вот Тайо Мацумото сборник. Полный комплект. Все, кого мы любим. Манга Дан-да-дан, там он видна, да, который сейчас сериал запускает. Даже вот видишь, бабушка ходит, выбирает себе мангу. Да. Бензопила. Кадзю номер 8, да. И, конечно же... В красном углу избы. Да, кстати, почти на входе, конечно же. Да, целый стенд по Боччи. Там были какие-то не очень веселые футболки. Вот эта книжка «Как создать Боччи». Она с нами сюда приехала. И, конечно, вот видите, «Дядя Demon's Destruction» тоже. Как раз тогда фильмы выходили, а сейчас закончился сериал, который, на который нарезали эти два фильма. Очень крутой магазин. Ну и напротив, кстати, есть гитарный магазин, потому что, ну, не может быть в рок-районе музыкального магазина. Mm-hmm. Хотя они большей частью находятся на Отяномидзу, все почти гитарные магазины в городе. Но тут как бы большой их кусочек. Стали мы искать Тима, и Тим нас нашел, но мы вам его не покажем, потому что к нам потом пришел еще Илья Кувшинов, и мы там вчетвером сидели и обсуждали планы захвата мира, и никто не хочет показывать свои лица, все сохраняют инкогнито. Стесняются. Ну, Тим не то чтобы очень, но Илья очень скромный, да. Зато нам Илья подписал прямо в вагоне метро. Мы не успевали в кино, Илья такой: давайте я с вами поеду, заодно вам книжки подпишу. Да, а помню, у нас была смешная шутка, когда нам в комментарии говорили: ух ты, у вас Кувшинов там в Японии на каждой станции. А у него реально плакатов много по всему городу. Не только на каждой станции, в каждом поезде.
Да, в каждом вагоне кувшинов. И правда, вот, раз у нас кувшинов в вагоне. Причем люди вокруг вообще не обращали внимания на то, что что-то кто-то как подписывает книжку. Кто такой, что так? Да, это Берзей Вондерланд. Это где он ассистент-режиссер, художник-постановщик, кстати, по сути, первый большой фильм. Да, это по фильму, как же он называется-то по-русски, я забыл. Ну, короче, Берзей Вондерланд. Страна чудес, что ли? Да, как-то так. Birthday Wonderland, короче, она по-англи... по-японски даже калькой такой. Да. Так что если долго сидеть в японской электричке, там может образоваться Илья. Да, вот мы доехали до Синдзюку, я быстренько всех провел прямым путем, потому что, оказывается, я хорошо ориентируюсь в Синдзюку, я не знаю почему. Опять в кинотеатр Синдзюку World 9, вот этот лес номер 9, потому что там 9 залов на 9 этаже. Ага, в 99-м. Да. А пошли мы смотреть на... куда? Ге-ге-ге. Ге-ге-ге. ДДД мы уже посмотрели, теперь ге-ге-ге. Ге-ге-ге и де-де-де. Как же это называется-то? Ну, манга Сигеру Мидзуки, знаменитая про Китаро, да? Хахатун Китаро. А пошли мы в кино, которое, по сути, является приквелом рождения Китаро, тайна ге-ге-ге, то есть тайна Хахатуна. И там всякие страшилки в этом фильме. И даже сейчас, в 24-м году, вышло его... улучшенная или ухудшенная версия для более старшей аудитории. Они добавили более кровавых версии, сцен, да. Потому что тогда он смотрелся, ну, просто вот как приквел мистической манги, а сейчас они туда добавили всякую жесть и кровище. Ну, мне посмотрел, меня пугают, а мне не очень страшно. Да, я не знаю, да, почему. Да. Аниме ужасов — это такое искусство, которое отдельный не у всех жанр получается. Так, да. А это мы выбрались из кинозала и смотрим это на... Это кафе. Там Geki and Cine. Это театр в кино. У нас такие тоже киноспектакли, да? Как-то. Да, да. А вот девушки выходят не со спектакля, это документалка «Мой мир Сине». Это документалка 15-летию кей-поп группы Сине. Вот они пошли на нее смотреть. У нас она, кстати, тоже в кинопрокате была в свое время. Вот как. Бывает. Да. Вообще в кино в Японии интересно ходить. Это очень уютные места, конечно, все. Ну, мы еще походим по Японии, с вашего позволения. А пока что, видите, Оппенгеймер прощается с девушками, девушки прощаются с нами, мы прощаемся с салатовой линией японского метро. И если вы заинтересовались тем, что видите, то оставайтесь с нами, потому что у нас впереди еще несколько серий дневников. Спасибо, пока. Пока-пока.